дадим возможность. Вы не против, Николай Николаевич, если дама у нас первая встреча? Нет, не против. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо. Значит, мы сотрудничаем с Николаем Николаевичем на протяжении длительного периода. Вот уже лет 5, как Николай Николаевич пользуется, значит, именно нами. И спасибо вам, Николай Николаевич, за то, что именно предпочитаете нас при, значит, таком огромном количестве, значит, турфирм. Мы на протяжении длительного периода, значит, ежегодно достаточно плодотворно сотрудничали, но в этом году у нас случился, значит, такой, ну, если можно сказать, конфликт. Конечно, это недоразумение, и тут стечение обстоятельств в том, что произошло, ни вины Николая Николаевича, ни нашей вины нет. Однако, значит, сегодня здесь мы, третьих лиц, кто действительно виноват в том, что произошло с семьей и с отдыхом Николая Николаевича, нет, поэтому будем разбираться вот тем коллективом, который как бы присутствует. Да? Значит, Николай Николаевич к нам обратился с просьбой значит, подобрать ему тур в Турцию с учетом того, что маленький ребенок, он для того, чтобы комфортно, значит, провести время, отдохнуть. Значит, мы со своей стороны сделали все возможное, подобрали, значит, период, когда будет в Турции, значит, благоприятно для отдыха с маленьким ребенком, подобрали отель, значит, все устроило, период, сроки, оплата. Значит, но в связи с тем, что, значит, у супруги Николая Николаевича были долговые обязательства, значит, возник вопрос о том, разрешат ли выезд за границу. Николай Николаевич сделал все возможное от него зависящее, загасил долг, значит, получил постановление о прекращении исполнительного производства. Действительно, Николай Николаевич к нам обращался с вопросом, не будет ли у него проблем, и у него, и у его супруги на границе. Значит, мы посоветовали взять данное постановление. Есть, конечно, такой момент, что, может быть, нам надо было пригласить на нашу встречу юриста, который бы разъяснил, что вполне возможно, помимо постановления, еще необходимо и обратиться было бы к приставам для того, чтобы вот проверить, снято вот ограничение на выезд или нет. Но вот действительно мы этот момент пропустили. Юриста нашей компании не пригласили на нашу встречу. Вот, и тут вот, конечно, есть такой момент. Не до конца, может быть, где-то мы доработали в этом плане. Но со своей стороны, мы как туристическое агентство и не брали на себя обязательства проверять данные моменты. Да? Мы же не знаем, какие долговые обязательства у наших клиентов есть и что может помешать им вылететь за границу. Мы предлагаем пакет услуг, мы предлагаем страховку от невылета. Предлагаем страховку, значит, на случай болезни, на случай каких-то форс-мажорных обстоятельств. Николай Николаевич отказался от этого пакета услуг, так как он предполагает дополнительные затраты. Вот. И вот сейчас, как я понимаю, Николай Николаевич к нам претензии материального характера на полную стоимость понесенных затрат. Ну хотя бы верните основную сумму долга, основную стоимость путевки. Верните, пожалуйста. Это 120 тысяч рублей, как я понимаю, да? Да.